Дорогие друзья, вот скажу, я скажу вот так. Я когда пришел на турники, первоначально, я когда видел ребят, я поражен был. Потому что каждым разом я их видел, мне хотелось больше и больше и больше. Они видели меня, я тренировался. Ну и их, я их учу. Я тренируюсь совсем малой. Мне было 12 лет. Я поднимаю тебя. Я всему добивался сам. Старался сам добиваться. Через боль, через всего проходил. Но я ушел на турники. Если вы хотите тренироваться, добиться к чему, пожалуйста. Вы посмотрите, какой это рай. Снимай. Пойти в любом месте тренироваться, на кого-то другого посмотреть. Брать пример, это всегда. Это же кайф. Нам не на кого завидуют. Пускай на нас смотрят, завидуют, потому что мы качки, мы не хуже кого-то, но и не лучше. Но мы такие, какие мы и есть. Пожалуйста, вот площадка. Все приходите сюда, мы будем рады. Мы реально будем рады. Это все бесплатно, не надо нам за это деньги платить. Мне это будет реально, как солнце. Видел? Все, я пришел, научил кого-то. Реально, за это не надо никакие деньги. Если ты хочешь чему-то добиться, иди тренируйся и добейся. И докажи, на что ты способен.